В Карабулаке открылся шестой уже по счету диагностический центр «Хеликс». Здесь на высококачественном оборудовании проводят более 2500 анализов. Все они направляются в Москву. Цены доступны, и сейчас действуют бонусы. Остальные подробности в репортаже Идриса Эжиева. Новый, современный, а самое главное, доступный каждому. Диагностический центр «Хеликс» теперь и в Карабулаке. На церемонии открытия врачи, лаборанты, а также местные жители. Появление подобного центра для жителей Карабулака стало приятной новостью. Раньше приходилось ездить в соседние города. В связи с пандемией, мне кажется, это очень актуально. Нам приходилось ездить в «Хеликс» именно в Слепцовск, в Назрань. И я вообще собиралась завтра ехать в Слепцовск за своими анализами. Вот я сейчас увидела «Хеликс», поэтому зашла сюда. Это очень удобно. На сегодняшний день функционируют два центра в Назране, по одному в Малгобеке, Сунджи и Магаси, и шестой по счету в Карабулаке. Диагностический центр является связующим звеном между пациентом и огромными лабораторными комплексами. Более 2500 выполняемых анализов, среди которых общий анализ крови, уровень глюкозы в плазме, холестерол общий и другие. Работа проводится высококвалифицированными сотрудниками. Каждый сданный анализ строго фиксируется и направляется в Москву благодаря правильной логистической системе. Если вы сегодня днем, допустим, сдали, утром сдали кровь, уже после обеда эта кровь уже поступает, значит, в хаб. Хаб – это такое место, где эту кровь, значит, подготавливают именно к долгой перевозке, ну, более 2-3 часов. Там, после того, как они их подготовили, специальный курьер, значит, отвозит это в аэропорт. В аэропорт это сдается в специальный отдел. Вот. Далее это все грузится в самолет, в специальный отдел для, ну, медицинского предназначения. Также в Москве уже в аэропорту все это встречается, отвозится в лабораторию. В смысле, это не такой большой процесс, чтобы думать, что эту кровь как-то, ну, тяжело или невозможно туда довести. Здание оснащено всем необходимым для быстрого медобслуживания населения. Все оборудование новое и отвечает всем современным медицинским нормам. Сама компания работает с 2015 года с компанией Roche. Также у компании есть, у самой Roche есть запатентованный робот Cobas, который самостоятельно делает анализ. Вот, и это позволяет снизить, как бы, человеческий фактор, то есть их, ну, заявление о том, что человеческая ошибка там, ну, равна 0%, так как его полностью делает вот этот робот. Высокоточный анализ позволяет избежать ошибочных диагнозов, неэффективной терапии и помогают контролировать результаты лечения. А это, в свою очередь, способствует уменьшению числа осложнений у пациентов, сокращению расходов на госпитализацию и медицинскую помощь. Каждый желающий может более подробно ознакомиться со всем перечнем услуг диагностического центра на сайте helix.ru. Цены демократичны, а в связи с открытием действует приятный бонус в виде 10% скидки на все услуги. «Хеликс» в Карабулаке находится по адресу Джабагиева, дом 2. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.